Всем привет! Меня зовут Александра Головина. Меня зовут Настя Кирзунова. Меня зовут Мария Смирнова, я художник, акварелист. И... Всем привет! Меня зовут Аня, я художник. Меня зовут Митрофанова Оксана. Всем привет! Меня зовут Дарья Мета. Присоединяйтесь, устраивайтесь поудобнее и давайте рисовать. В сегодняшнем уроке мы напишем с вами вот такой натюрморт. Вы смотрите второе занятие мини-курса по архитектурным рисункам с цветовыми маркерами. Я хочу предложить вам порисовать вместе со мной сегодня вот такой вот Париж. Обратите внимание, что выделяем. Например, макияж, прическу, работа с цветом. И каждый объект мы начинаем с так называемого подмалевка, под основу. Потому что тень у нас вот с этой стороны под кораблем, это самое темное потом. Но тем не менее, мы нарисовали здесь, посмотрите, 4 линии, здесь мы остановились на 2. Хочется, да? Чтобы был какой-то свет, ощущение вот... Итак, чтобы получить реалистичный объем, мы должны сплести эти два условия.